Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров на карте Архипелаги в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. О, 301 культура. Уже приятно. 305 даже. Нифига, сегодня лук дуном стоит. Слушай, Рима, давай тогда я у тебя лук дуном заберу. Мне как раз алюминий нужен. Кого? Лук дуном. Так, а где он? Чё-то не могу найти. Ты не знаешь, где у тебя города? Около Буэнос-Айреса. По названию. Ну, ковырять ты его будешь долго, конечно. Да нет, у меня тут три линкора как раз имеются. Хорошо. Я только что Лиссабон забрал, так что... Ну, по сути, если долго буду, то тогда да, конечно, нафиг надо. Блин, строителя захватил. Я, блин, в Нанмадол даже Амани назначу. Раз такое дело. 250. Художника надо взять. Пришел проводить концерты в Кали. Ну, блин. Короче, жопа тут, походу. Люди не сознают силу союза на всю игру, которую вот это... Да, это ты Риму расскажи. Ну и вот я поднимаю сейчас 800 голды в ход. Рим тоже 800, а было даже. Ну это только, это понимаешь, ты зависишь от меня, типа, потому что тебе почти все ходит ко мне. Ну, поскольку сейчас временные трудности с... Да, он и на сбором прыгает. Ну не, хотя ко мне плавают, да, ко мне плавают.
Не, тут печально уже, я не знаю, тут... Невозможно. Давайте глянем по науке. А, никто не в ракетостроении даже. Маскат. На следующем ходом перекуплю нанмодол, еще туда у меня поехал. Амани поехала. Так, Лян, давайте сюда посадим. Шахта сколько долетает? Там разве от шахты зависит, а не от ракеты? А, ну типа вот, если ставишь эту пусковую шахту, то сколько она летает? За один ход долетает. На сколько клеток вот она может? Блин, вот таких вот тонкостей я не знаю. Блин, конечно, война вся. Вот, они, вот Кри и Швед вот столько имеют еще и от союзов друг с другом, понимаете? Там можно карточку поставить на это все дело, блин. Bird came down the wall. Петр меня осуждает. Хмер, сделка. Не, все-таки я думаю, зря вышел русский. Он был бы тут каким-то противовесом, и он вполне мог бы вернуться. А, ну так, да. Так быстрее. Продолжим караваны? Да я уже к шведу перенаправил. Эх, ну ладно.
Нет, они вполне могут еще друг друга покидать. Так что давайте не будем отчаиваться. Ракетостроение, да, что с ракетостроением, кстати, хоть кто-то вышел. Вообще, вы видите, все готовятся к ядерной войне, поэтому... У меня тут есть шанс только в ракетостроение пойти и попытаться улететь наукой, пока они там будут друг друга ядерками бросать. То есть тут никто не планирует... Сейчас переход. Сначала наукой побеждать. Ну а так как я отстаю, у меня единственный шанс это космопорты строить и пробовать побеждать наукой как раз. Кри предложение. Рин, предложение. Success is counted. Это у меня горит внезапно. Просто тонет. 46 ходов мы тут не будем строить, конечно. 21 ход не будем. 16. Давайте попробуем. 46-3. Ради алюминия город поставлен. Возвращаем войска домой.
Веда и так больше всех культуры. Даже меня с этим Нанмадолом. Но ему не хватает. Он хочет больше. Туризмом он победить... 14 из 187 на этом ходу. Это нет. Ага, Рим открыл ракетостроение. Давайте все это предложим. А, только два можно. Блин, еще и перестал быть. Кто-то в Буэнос-Айресе еще и выгоняет послов, вы представляете? То есть, кто... я могу только предложить, что это русский. То есть, компьютер, за которого играет, потому что это очень какой-то тупой мув. Лишать меня сюзеренитета Буэнос-Айреса. Я ж тут в лидерах. Так, найти источники. Провоцировать беспорядки. Три хода морская плотина. Монастырь сгорит и лесопилка. Блин, варвары, вы задолбали. Дайте археологу поработать. Наконец-то я смогу эти свои кампуса починить. Ну, старт, конечно, у Кри и у Рима лучше, именно потому, что у них больше территории изначальной, вот место, где ставить. А Кри земля, особенно у Кри, я считаю. Накручивают очки великих людей, или мне... Ну, хорошо. А, что? Мне так удобнее. Накручиваешь очки великих людей, или мне кажется? В смысле накручиваю очки? Я проекты читаю научные? Да, да. Ну. А как мне еще науку откуда вот брать? Вы же запретили научные здания строить, а мне кампуса еще порушили. Это вообще, конечно, гениальный мув со стороны шведа, я считаю. То есть, это настолько в плюс Кри оказалось. Его просто невозможно догнать по науке. Не принято. Я сильно удивлен. А русский очень сильно хотел, смотри, этот... Захват города государства. То есть он хотел против меня пойти за Лиссабон. Лёш, предложение посмотри. Не помню, ты там согласился? Не... Ну, давай. Что нам дружба? Зачем нам дружба?
Эко же караван. Для караванов союз нужен. Ну, после дружбы союз. Ты какой-то не этот. Не ненадежный союзник. Почему? Я всего лишь взял то, что мне очень... Вот поэтому. Так друзья не поступают. Друзья ждут, пока в них ядерки будет. Чего ты взял, что я в тебя ядерки бы бросал? Ну, также науку ты можешь взять и у меня. Следующим ходом только смогу компоста ремонтировать. Шпионы, выполняющие указанный тип операции, будут действовать на 2 уровня выше. Ну чё? За что голосовать будем? Только давайте в этом районе нельзя строить здание, не будем кампус выбирать. Я бы даже сейчас проголосовал плюс 100% для строительства в кампусе. А что за шпионов будем? Повредить дамбу, наверное, запрещено. Чего будем? Запрещать дамбу? Космопорт рушить. Запрещать давайте рушить космопорт? Нет, плюс 2 уровня. Космопорта. А, давайте. Так, 2 очка швед получил. Я 7 голосов, он 10. 100% в кампусе строим. Шпионы сорвать ракетостроение. Что там с дипломатической победой у шведа? 12 из 20. Как и у Рима, да? Так, национальный музей. Тут, конечно, места дофига.
под шедевры всякие. Так, ну чуть с наукой в связи с этим дела поправились. Сейчас еще ракетостроение откроется, начнем космодромы строить. Сейчас ход начнется. Дружбу, мне все дружбу кидают. Я ни на кого не собираюсь нападать, потому что, ну, иначе нету шанса у меня на победу. Я буду улетать. Пытаться, во всяком случае. Нет, пропустим ход. Кри предложение. Их меры эти вроде союзский бросал. Три хода до роста. О, два апостола и два очка дипломатической победы. Нет, тут слишком хорошие клетки. Военцы, хорошо. Прикольно, все открыли. Так, ну идем там. Что нам нужно? Лунная экспедиция. Потом. Нанотехнологии, там дальше уже посмотрим. Так, тут лабы достраиваются. А какие-нибудь корабли умеют сбивать ядерки? Нет. Thank you.
дает все озарения для технологии информационной эры. Кстати, крутой. А с другой стороны, у меня тут практически все озарения есть. Только раз, два, три озарения не хватает. Тогда нет. Я все потырил. Все потырил. Опять нанмодол. Какая там уже Амани у меня? А, она уже в нанмодоле. Будем Амани прокачивать. О, а вот и полет. Куда еще одна я не увидел? Или только одна полетела? Или ее сбили? Или она полетела не в меня? Нет, предположительно она не в...
Дашь нефть, блядь. Thank you.
кто использует ядерное оружие? Так это Кри, наверное. Блин, никто нигде пригороды, что ли, не строит? А вы что, пригороды нигде не строите, да, вообще? Ну, у меня и так, в принципе, достаточно. Жилья. Так что, одна ядерка только полетела и все. И сидим. Да, не долетела. Да нет, у меня есть ядерка. Ну, типа, зачем портить отношения дальше? Дальше? А они еще недостаточно испорчены? Да нет, ну это так было, знаешь, типа. Ну просит. А, типа, посмотреть, что будет, да? Ну да. Прикольно. Морской курорт горит в окружении плотины. Блин, почему у меня не осталось легионера, а? Сейчас бы ачивку. Какую? Ну, очистить загрязнение с помощью легионера. Ну, прикольно. Слушайте, а кто не знает, как у авианосца получать прокачку? То там два самолета, это в принципе ничего. Я, кстати, не уверен, что у них вообще есть прокачка, сейчас гляну. Да, у авианосца есть прокачка. Судя по тому, что он ближнего боя, то просто атаковать им в ближнем бою кого-нибудь. Да, звучит, согласись, странно. Тут каждый уровень плюс одна дополнительная ячейка для самолета. Можно дополнительно плюс 3 ячейки получить. Вот это вот хорошо. Убили шпионы, гады. Так, космопорт строится.
Так, ну тут я успею. А что я нафига я в Париже строю? Тут уже не поможет. Лапу можно построить, а вот это уже не поможет. Хе-хе, сбито. Ну, там уже Рим спутник запускает. То есть нам надо все-таки надеяться на то, что его Кри как-то забросает ядерками. При том, что сам Кри не строит космопорты, как и швед. Так, давайте-ка я тут куплю еще рабочего. Пойду арму всячески обрабатывать, тут много производства должно быть. Махендра Парвата так себе, а вот... Кстати, и Пхавапуру тут можно обработать еще. Ну вот мой костяк, вот это моя основная, эти 4 города. А то же самое у Кри, например, у него вот тут 6 городов очень хороших, видите. И тут много территорий, ну, смотрите, какой кампус на плюс 5, просто из-за гор. Плюс 4 кампус. Вон космопорт строит. И вот космопорт. И вот космопорт. Какая-то пустыня, но это у Ацтека. То есть тут была территория... То есть Кри вот до сюда расселился, я так понимаю. Вот так. Вот это вот он захватил. Тут швед захватил грека, потом... Ну и там, я так понимаю, и Кри нападал на грека, но... Грек от него отбивался. Мы будем продлевать дружбу, союз. А здесь вот Ацтек с Китаем. Спасли тут клетки от затопления. О, опять что-то полетело. Ну да, там у него было не припад. Там у них битвы идут серьезные. Разборки питерские. Подождите, а где они тут? Какой космопорт, который я сорвать, типа, должен?
Ладно, пока источники поищем. Чё-то не могу космопорт определить. О-о-о, 100% стояночка. Так, 5100. Проекты в промышленных зонах надо делать. Ня-ня-ня-ня-ня. Этот. Инженер мне очень нужен. Так, здесь. Здесь нету промышленной зоны, да? Нету. Так, тут космопорт. Здесь. Здесь нету промышленной зоны. Там у меня город захвачен. Тут промышленных зон нету. Ну, маловато, конечно, но... у меня много веры, и, по идее, я... должен купить 5100. Блин, это очень важный инженер. Вот это вообще мне не нужен, потому что у меня уже озарение всей информационной эры украдено, да и никому он не нужен. Мы там удачно что-то украли. Так, три проекта не делает на этого чувака. 4870. Хорошо. Так, спровоцировать беспорядки. Срыв ракетостроения. Ага, у меня уран, значит, имеется. Успешно диверсию тут провел. Ну, меня бы уже давно забрали, если бы они не были заняты друг другом, потому что они реально лидеры. И тот факт, что Кри кидает именно в Рим, это очень классно. А Рим, собственно... Так, Кри тоже космопорт построил. Но Рим тут как бы реально в лидерах. Вот если я заберу вот эти плюс 100%, я могу... Я уже открыл все, что надо построить в науке. Осталось... Ну, тут три штуки, да? То есть сначала мы... Запуск искусственного спутника, потом лунная экспедиция, потом запуск колонии на Марсе. И вот здесь где-то запуск к другой планете. Пока я вот эти три буду строить, я ее точно открою. У меня довольно быстро тут все идет. И она где-то... Тут вопрос только от ускорения. И может они друг друга там закидают все-таки тотально. Космопорт, понял. Валер, тут не подливаем.
А вот так. Интересно, загрязнение у меня сейчас на горах, а как мне его убрать с горы, если туда не может подойти строитель? Никак, оно само уйдет. Кри, забери флотоводца и ученого. А, денег мало, потому что союз. О, флотоводцы закончились. Впервые вижу, что флотоводцы закончились раньше ученых. Я еще не получил уже следующий круг. Что ты не получил? Ученый. А, ученого, да, точно. Ну, флотоводцы закончились. Так, космопорт один, космопорт... Ну, этого надо забирать, и я должен тут у меня... Вот ускориться сейчас. Там еще ход будет. И я думаю, что... Ну, и тут еще будет 3500. Уже 4730 остается. Должны забирать. Денег ни у кого вроде его выкупить нету как раз. Так что заберем, заберем. Кри уже где-то здесь. И тоже запускает спутник. Ну, вот эти плюс 100%, вот этот чувак, он очень важен. Это реально... Ну, у меня, смотрите, в городе... Кстати, а давайте мы сюда Бенгалу-то пересадим. Это я... Там плюс 15% у меня прокачан, даже плюс 30%. Так. Ванхарт Хом. А, Рейну. Рейну давайте в арму. Жесть. Строители, короче, перебрасываются через аэродром со звуком, как будто бомбардировщик бросает. М25. Проекты никто на него не делает. На Вернера фон Брауна. Это хорошо. Блин, прошелся ураган. О, в России правительство на фашизм сменилось. И порушило меня нити, не продвинулось. Здесь давайте тоже логистику промышленной зоны пока запущу. И потом искусственный спутник. Надо закончить один этот. Тут я думаю, что мы и так быстро построим. Чурин, может, тут быстрее улетит и все? Слабак. Естественно, кто быстрее улетит. Как же здесь по-другому? Ядерное безумие — это такая вещь. Не знаю, Кри, а что ты не захватил Рим ядерками? В чем проблема там? Ты же кидал ядерки. 3 кинул аж, он в тебя ни одной не кинул. Но он копит на него. Ну, копит, хорошо, но ты-то кидал, я почему-то не смог захватить. Я просто подпортить кидал. Не захватить. Не, мне кажется, если ты кидаешь ядерки, то надо так, чтобы уже... Наверное, все-таки соперник не мог оправиться, иначе... Он же в ответ придет, кинет. А? Ну да, и иначе он оправится. Да, иначе он оправится и как бы придет и в тебя кинет. Просто. То есть, если уже пошел кидать, то как в какой-то уверен, там хотя бы города захватывать и их уничтожать. Вот так.
А то ты просто на Рим кинул, и все. Я бы не сказал, что Рим тут самый лучший город. Какой у тебя попроизводственнее? Наверное, Ареции, нет? Или Кумы? У меня? Да. Как ни странно, Рим после ядерного удара, он все еще... Ну, там, может, у тебя караваны просто большинство в Рим бегает из-за этого. И вот если не бегать караваном, то интересно, какой. Ну, там караваны уже там максимум плюс один или плюс два. У меня 20 караванов, это 40. Почему максимум плюс два? У тебя только с карточки плюс два. А еще от самих городов идет сколько-то? Ну, хотя да. Блин, я только что взял ученого на плюс 100% и инженера на плюс 100%. Это, по-моему, что-то нереальное сейчас будет. Сергей, мне казалось, Сергей какой-то. Затапливает. Я так понимаю. Ну и пофиг, короче. Так. Все, тут логистика промышленной зоны не нужна. Больше. Все, в исследовательские гранты. Тут космопорт строится. Тоже больше не надо. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!